Представляем вам тройку самых опасных тварей, обитающих в Оренбурге. Представить самую ядовитую тройку нам помогает Анатолий Васильевич Двогора, кандидат биологических наук, зав. Кафедры зоологии и физиологии человека и животных ОГПУ. Здравствуйте. Добрый день. На третьем месте скорпион. Не каждый знает, но в Оренбургской области есть скорпионы. Особенно, говорят, в Кувандыкском районе их много. Это так? Да, ну сказать, что очень много, конечно, нельзя, вот, но на самом деле на территории нашей области встречается пестрый скорпион, один вид. Вот это относительно небольшой. Но ядовитый. По размерам. Да, как и все скорпионы, это ядовитый скорпион. Худшее, что может быть, если укусит скорпион, пусть самый крупный из них. Поскольку яд нейротоксический, но яд не очень силен, поэтому такого вот очень сильного поражения не бывает от этого вида. Убить он не может. Очень важен один момент. Дело в том, что мы живем в эпоху очень широкого распространения разных аллергий. Вот, поэтому может быть индивидуальная непереносимость на яд, на такой. Второе место занимает как раз гадюка, а именно обыкновенная гадюка. Она хоть и небольшого размера, обычно полметра, но ядовитый. Известны случаи, когда от укуса погибали люди. У гадюк яд как раз геморрагического действия. То есть он разрушает стенки кровеносных сосудов, препятствует свертыванию крови, наблюдается кровоизлияние в месте укуса, ну там подкожные, внутримышечные, подкожные, во внутренних органах кровоизлияния, этим опасны укусы гадюк. И на первом месте каракурт, очень маленький, но очень опасный паук, обитает на юге нашей области, где воздух более сухой. Его яд уж точно может убить. Ну скажите, если сложно не заметить, когда ужалит скорпион или змея, ну как понять, что это укус паука? Это резкие боли мышечные, вот, ну, выкрах ног, далее поясницы. Причем не там, где он укусил, а нет, вообще. Нет, ну потому что нейротоксин начинает распространяться, вот он начинает нарушать проводимость в нервных волокнах. Если яда достаточно много, то могут быть даже галлюцинации, может произойти остановка дыхания, вот, и остановка сердца. Если момент укуса зафиксирован, то первое действие, если это можно быстро сделать, прикладываются две спички к месту укуса, и третья, они зажигаются. Вот, и термическое воздействие на кожу, оно разрушает яд. Спасибо вам. Впереди лето, я думаю, информация будет полезна. Это была тройка самых ядовитых тварей, которые живут в Оренбургской области.